Всем привет, меня зовут Анна. Сегодня я хотела рассказать, в предыдущем видео я немножко рассказала о себе, своей семье. Сегодня я хотела рассказать о себе и вязании. Я хотела там сразу продолжить, но, к сожалению, что-то не уследила, у меня просто в памяти в телефоне не хватило. В общем, у меня вязала моя бабушка, мамина мама. Вязала она крючком, спицами, все что угодно. Как бы и когда-то давно в детстве я просила ее научить меня вязать. Она мне научила крючком цепочку вязать, по кругу вязать. Вот. Ну, как бы больше я ничему у нее не научилась. Тем более, что как бы мне и годов-то было. Бабушка умерла. Я вот в третий класс ходила. Вот. Учила еще задолго до этого. По-моему, наверное, еще в садик ходила. Вот. Потом уже как-то вот, ну, лет 11-12 мне было. Хотелось научиться вязать, и вот родственницы там, тетушки показали мне там хотя бы набор петель, закрытие, там лицевая, изнаночная, даже вот переплетение, вот эту косу вот показывали, как вязать. Вот. Самая первая большая такая крупная вещь связана, это я связала ее мужу, это была жилетка, но связала я ее как? Перед спинку, все, я причем убавляла петли по горловине, по проймам, все, я ее сшила. Но на большее как бы у меня тогда не хватило мозгов. Как бы я не обвязала ни проймы, ни горловину, ничего. Ну, ничего, он сносил ее, причем вдрызг сносил ему. Она очень нравилась, она была узором связана. Вот. И потом уже вот я была беременна первым сыном. На работе женщины вот там очень многие вязали. И вот научили меня вязать и ритузы, и шапочки, и кофты. Вот мне там показали вот этот реглан сверху, до чего как-то сразу я в него въехала, скажем так. И я как бы вот очень люблю вязать вещи регланом сверху. Вот канал свой открыла почему? Ну, наверное, просто вот старший сын в армии как-то. У младшего тоже свои дела, там школа, все. Наверное, от скуки, может быть, не знаю. А может быть, просто кому-то это и пригодится. И я вот по себе знаю, у меня вот, например, фигура такая, что размерчик-то такой, много XL, вот, и как бы не все вещи идут. Я даже себе шивные вещи, и так обидно иной раз, вот, захочется какой-то там тунику, кофту, да, свяжешь себе, сошьешь это все, и оно хоп, размер все подходит, естественно, там, ну, увижу где-то эту модель, да, рассчитаю петли на себя, свяжу, одеваю. Я понимаю, что она мне не идет вот просто от слова совсем. Приходится как бы распускать все это. Вот. И просто, может быть, кому-то это будет полезно. Вот у меня на объем груди 119, фигура яблока. В общем, вот я вяжу такие вещи, чтобы они на мне как-то нормально сидели. Если кому-то это пригодится, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Смотрите, я показываю, что я вяжу себе. Ну, мужу тоже я тут бывает вяжу. Я побольше сняла мастер-классов. Я даже летом сняла 2 мастер-класса, но не успела я их выложить, потому что как у меня был хороший дорогой смартфон, я его облила. В общем, ну и все. Потом я вот тут первое видео, кто смотрел, там, наверное, видели, что там качество вообще не айс. Я пробовала снимать на фотоаппарат. Я где-то там на младшего сына телефон, где-то на мужа айфон сниму. В общем, непонятно, что у меня там все это было. Но вот сейчас я хоть какой-то себе купила с более-менее нормальной камерой. Вот. Не знаю, думаю, еще может попробовать на регистратор снимать. Получится там, не получится. Вот. Ну, пока что вот на этот вроде бы снимаю нормально. И как бы я вяжу и мужу. Младшему сыну у меня тоже есть вещи связаны. Вот сейчас тоже надо будет. Вот я сейчас себе вяжу кофту. Надеюсь, завтра, послезавтра я ее довяжу, выложу на канал. И потом, вот не знаю, хочется, наверное, себе еще что-то связать, что-нибудь с Люрексом или с Дивой на Новый год. Ну, не знаю, может быть, сыну начну, потому что себе что вязать на Новый год? У меня новогодняя ночь, получается, я буду работать, в смене буду. Так что, в общем, Новый год я в пролете. Вот. Ну, в общем, если кого-то интересует, вот, вяжу я на большие размеры. Муж у меня тоже как бы не худенький. Вот. Так что подписывайтесь, будем вместе вязать. Если какие-то вопросы, задавайте. Я как бы отвечу, потому что я еще, ну, как-то начинаю, да, вот. И я порой и нервничаю как-то, и вот, ну, когда снимаю. Где-то, может быть, я что-то забуду сказать. Я вот уже
Вроде бы сниму видео, и потом понимаю, что я вот хотела там еще что-то добавить, что-то сказать. Но как бы потом уже вспоминаешь-то. Вот. Может, где-то я забуду номер СПИД сказать, где-то там сколько петель набрала, сколько чего у меня. Так что, если что, спрашивайте. В принципе, я всегда все записываю, когда я вижу. Вот. Так что я могу, если что, в комментариях ответить. Вот. Ну и есть такая небольшая надежда, что я сейчас, может быть, начну вязать немножко на размер меньше. Второй день как бы на диете. 4 года назад я уже скидывала 25 килограмм. И как-то я их так поддерживала. Но я раз в полгода придерживалась диеты. И как-то было нормально. А тут вот не знаю, видимо, вот проводы сына в армию как-то сказались. В общем, ела тут что-то как не в себя. Кто-то вот понервничает, там переживает. Наоборот, голодают. Я же нет. Я, по-моему, от холодильника не отходила. И вот тут сейчас что-то оглянулось. Как бы наступила зима, померив свои зимние куртки, я просто в шоке. И, в общем, я поняла, что я то, что я 4 года так радовалась, что хотя бы 25 килограмм эти потеряла. В общем, надо снова все это начинать. Но надеюсь все-таки, что, может быть, к лету я себе уже буду вязать вещи поменьше размером. Так что всем спасибо, кто подписался уже на меня, кто подпишется еще. Все, всего хорошего.